Работники ЖКХ Омского района получили награды. С рабочим визитом на днях район посетили министр ЖКХ и энергетики Якутии Гаврил Левин, генеральный директор ГУП ЖКХ Виктор Муков, генеральный директор Сахаэнерго Петр Кондратьев и генеральный директор Дорог Арктики Владимир Чусовской. Гости посетили Наслига района. В частности, в селе Соболох обсудили вопросы и планы строительства новой котельной. В селе Артадайду осмотрели уже построенную, а в селе Хану встретились с работниками жилищно-коммунального хозяйства района и наградили особо отличившихся сотрудников. В Соболовском наследии там вопрос стоит по строительству новой котельной. Решение принято. Материалы начали завозить. Уголь 1700 тонн завезено. Вот, поэтому рассчитываем, сейчас оставшиеся грузы буквально в эти дни будут отгружены из города Якутска. Что касается вот Хану, здесь будет по линии ГУП жилищно-коммунального хозяйства техприсоединение новых объектов, строящихся школы и жилых домов.